Массовый замор рыбы в Артемовских лугах. Его сегодня утром обнаружили рыбаки, приехавшие на рыбалку. Погибли и мелкая, и крупная рыба. А чему тут? Вот таких вот, я не знаю, килограмм по 10, наверное. По всему берегу вот так вот едешь, и все усеяно. Вот такие вот тут сазанищи плавают. Здоровые, вообще. Да охренеть просто. Огромный. Ну, скорее всего, карп или тут что-то. Вот такого вида. Огроменный, килограмм, наверное. Ну, 10 точно есть. Вот рядом там еще 2. Там еще вот лежит. 10-12 килограмм. То есть это вообще уже заматерые, как бы, сазаны. Ну, масштаб очень большой. Даже то, что мы маленький кусочек проплыли. То есть рыба усеян все берега. То есть там от килограмма и там до 12 килограмм. Такого количества я еще как бы не видел. Да нет, такой раньше проблемы не было, что мор был. Первый раз я услыхал такой. Ладно, как говорится, когда жара там, может быть, возникнет мор, как говорится. Травы, как говорится, там, ну, могут выделять эти ядовитые вещества. А это уже холодно, бог ее знает, что случилось. Ну, что-то сюда сбросили, как говорится. Потому что такая рыба умирает. А вот еще один, такая рыба умирает, как говорится, последний. Первые мальки начинают умирать. Ну, смотрите, подплыли к другому берегу, противоположному. Вот здесь обнаружили уже щуку. Визуально, как бы, ничего там не поймешь. Что-то сбросили, какие-то химикаты. Потому что и перед началом открытия охоты заснимали тоже утки много, очень был мертвый. Достаточно там одной бочки будет, чтобы рыба потравилась. Она же дышит этой водой. Возможно, что приезжают эти вот выкачивающие машины и просто скидывают, чтобы не платить, как говорится, за честное сражение там денежку. Приехали, слились и... Оторвать бы руки тому, кто если это делает. Ведь может кто-то подъедет, может, как говорится, фекальный может сбросить. На машине подъехали, сбросили, все, вот вам сердце обливается кровью. Кстати, сегодня же мы обратились в Министерство экологии. Там обещают провести проверку.